Командира взвода я уже наказал. Он у меня всю ночь в строю со взводом стоит и будет стоять, понятно? И плевать мне на ваши бумажки. Но это же факты, товарищ комбат. Эти факты уже известны в следственном отделе военного трибунала, поэтому к нам сегодня и прибыл следователь дивизионного трибунала, чтобы на месте во всем разобраться. Правильно я говорю, товарищ младший лейтенант? Так точно. Дерьмо это, а не факты. Вот пусть присылают свои заградотряды и согласно приказу номер 227. Не мое это дело с ними разбираться, мое дело воевать, понял? Мы 3 километра с боями прошли от линии фронта, заняли 2 господствующие высоты. Мы... Свободен. Да, большие заслуги. Я бы даже сказал, грандиозные. Вас, наверное, следовало бы представить к правительственной награде за такие успехи. Держите. Если б не вчерашнее наступление, а вернее сказать, отступление, потому что взвод, брошенный на подавление огневой точки, даже не вылез из окопа. Присылают сопляков. Мальчишек сраных. Ну, обделался Летюх от страха и не повел взвод. Ну, что мне его за это расстрелять? В любом случае, меры принять нужно. Но приму я меры, и что? У меня 40% от личного состава батальона. Кто воевать будет? И что? А то не может батальон на себе весь фронт держать. А вас никто и не просит держать весь фронт. У вас под носом в батальоне моральное разложение. Трусость. Младший офицерский состав саботирует приказы. Положение угрожающее. Если вы, товарищ комбат, не примите надлежащих мер, то товарищ следователь будет вынужден применить их вам. Правильно я понимаю, товарищ следователь? Да. Так точно. Меры, значит, применить. Куда это? Идемте, идемте, быстрее. Направо. Хорошо. А ну, ты чё это так разошелся, а? Выслуживаешься? Тебя, кретина, выгораживаю. Если этот цапляк в батальоне останется, будет тут тебе крышка. Тебе тоже. Я вам устрою. Товарищ комбат! Взвод! Смирно! Товарищ комбат, шинель. А тебя что, команда смирно не касается? Команда смирно для всех! Взвод смирно! Ровно стоять, куда выперся, все в строй! Командир взвода, ко мне! Распустил взвод? Не успел на фронт попасть, уже устав забываем? У тебя был какой приказ? Тебе был отдан приказ наступать! А ты что? Отсиживался в окопе? Как фамилия? Почему взвод не поднял, сволочь? Я приказал взводу ждать в окопах поддержки артиллерии. Чьей поддержки? Поддержки артиллерии. При организации атаки на укрепление противника перед действием пехоты должна пройти артиллерийская подготовка, направленная на подавление пулеметных и артиллерийских средств противника. Так в уставе написано, чтобы избежать неоправданных потерь личного состава. Ах ты, мразь! Черт! Не заряжен. Товарищи бойцы! Любое неподчинение приказу командира батальона будет жестоко караться, но не самоуправством на месте. Ваш командир взвода совершил военное преступление. Из-за трусости он саботировал приказ, что расценивается как измена родине. Его дело будет рассматривать военный трибунал, и решение будет однозначным. Расстрел и позор для семьи предателя. Его мать, отец и все родственники, где бы они ни были, до конца дней своих будут нести клеймо позора, как родственники
предателя Родины и военного преступника. Это касается каждого из вас. Бойцы, в тылу у вас тоже жены, дети, матери. И они будут расплачиваться за вашу трусость и преступление. Помните это. Если еще хоть раз хоть одна сволочь, я вот этими вот самыми руками лично. Ясно? Разжалованный пишется через З и с двумя Н. Исправьте. Если у вас есть сомнения в написании какого-нибудь слова, спросите меня. Вы только начинаете свою службу, и вам нельзя делать ошибки ни грамматические, ни тем более политические, товарищ младший лейтенант. Мы против самоуправства. И перед законом все равны. И пехотинцы, и вы, работники военного правосудия и органов. Доставить разжалованного в штаб дивизии и довести его дело до военного трибунала – это результат вашей следственной работы в батальоне. Ваше первое серьезное задание. И потому, как вы с ним справитесь, старшие товарищи сделают вывод, насколько вы политически грамотный будущий руководитель и насколько серьезные и ответственные партийные задания вам можно будет поручать. Я оправдаю доверие. Я умер. А ты умер. Держи погоны. Это чьи? Твои. Вы кто? Я сторож. Сторожу тебя, чтоб ты не воскрес. Ладно вам. А ну сиди, не двигайся. Я не шучу. Мне приказали охранять тебя до момента отправки в штаб дивизии в военный трибунал. А я приказы исполняю. Так что сиди и не двигайся, чтоб мне не бегать за тобой. Почему сразу трибунал? Я ведь не виноват. Какая разница? Сегодняшнюю дату ставить? Да, сегодняшнюю. Дайте-ка я посмотрю. Рапорт младшего лейтенанта следственного отдела 369-й стрелковой дивизии. Разжалованный. Уже лучше. Что ж, теперь можете сопроводить арестованного в расположение трибунала. Я думал, надо вызвать машину.
машину, чтобы конвоировать лейтенанта, бывшего лейтенанта. Ну да. Ну, видите ли, если вам когда-нибудь доведется конвоировать командира дивизии, вот тогда можете машину вызвать. А пока пешком. Пешком. Так я ведь первый раз в этих местах. Я ведь… Правда, у меня есть карта. Видите, уже лучше. Оружием владеете? Да, конечно. Просто я еще никогда… Понятно. Ну, идемте. В дивизию давно прибыли? 3 дня назад. На передовой впервые? Да, первый раз. Нет, я вообще-то просился на фронт. Ну, в действующие войска. Но райком ВЛКСМ рекомендовал меня в органы военной юстиции. Но ведь это тоже очень важно, да? Да. Это очень важно. Достаньте карту. Так, это рапорт. Покажите, где расположен штаб дивизии. Ну, мы вот здесь, а штаб вот. Значит, нам сюда. Покажите направление. Так вот. В какую сторону вы сейчас поведете разжалованного? Туда. Прекрасно. Через каких-нибудь 15-20 минут попадете в расположение немецких войск. Ой, простите, я просто не сообразил. Это фронт, товарищ следователь. Сегодня здесь немцы, завтра наши и наоборот. Слоеный пирог, а не линия фронта. Учитывайте обстановку, товарищ следователь. Товарищ капитан, разрешите обратиться? Не разрешаю. Снять портупею. Товарищ капитан, разрешите идти? Идите. Слушаю. Да. Вам сколько лет? 60. В действующую армию как попали? Я попал из ополчения. В батальоне есть кто-нибудь старше вас? Ну, за весь батальон не ручаюсь, не знаю. А в моем, в моей роте нет, не встречал. Хорошо. Разрешите идти? Не разрешаю. Достаньте карту, дайте ему. Покажите, где мы находимся. Вот здесь. Угу. Штаб дивизии где? Вон там. Это вы по карте поняли? Да нет. Я эту карту на своем животе всю прополз. Зачем мне карта? Замечательно. Разрешите Стойте. Идти? Будете конвоировать разжалованного. Паёк получите в хозводе на себя и двух рядовых. А я сообщу по связи в штаб дивизии, чтобы уже вышли. Товарищ капитан, я думал, что конвой. Разрешите обратиться лично? Хотя бы 2 человек разрешите взять? 1 достаточно. Но он же совсем старый. А если разжалован, захочет сбежать? Значит, сделайте так, чтоб не захотел. В противном случае под трибунал пойдете сами. Всего хорошего. Приведите себя в порядок. Товарищ. Чего стоим? Где хозвзвод? Что? Хозвзвод! Где? А, вон там. Ну, давай веди. Времени мало. А, слушаюсь. Стой! Ага. Арестованный впереди, ты следом, потом я. А, ну, пошли. При попытке к бегству стреляю. Понятно? Это вы кому? Ему. И тебе. Ага. Вообще, прекратить разговоры. Слушаюсь. Жди.
Сидите здесь. Следи за ним. Слушаюсь. Нам нужны пайки на сутки. Один офицерский и два для рядовых. У меня здесь офицерских нет. Надо идти в штабную землянку. Ну так идите. Быстро. У нас времени мало. Есть. А что, лейтенант у нас на тот свет торопится? Вроде не похоже. Разговорчики. Ты бы хоть покормил парня перед смертью. Кто это сказал? Я сказал. Сюда смотри. Здесь я. А мог бы с дыркой в животе по той горкой лежать. Вон там. Видишь? А я живой. Потому что этот парень сказал, не вылазь из окопа, пока артиллерия не ударит. Вот я и не вылез. И глядишь, чем черт не шутит, до конца войны дойду. А его завтра расстреляют. Справедливо? Вы все не подчинились приказу. Я подчинился. Он сказал, не дохни пока. Поживи. Вот я и живу. Поэтому я хочу, чтобы он хорошо поел. И чтобы ты его не обижал. Как ваша фамилия? Нет у меня фамилии. Положи командиру. На, парь, поешь. Боец. Вы ешьте. Держи. Слышь, боец, мне тоже принеси. Давай. Еще положи. На. Ну-ка, хлопцы. Офицерские для рядовых. Ага. Так. Розы бр. Молоко. А. Кучеряво живете. Впереди, ты следом. Шагом марш. Не дрейфь, паря. Комбат, разрешите обратиться. Пытались связаться со штабом дивизии, штаб не отвечает. Пытайтесь дальше. Как свяжетесь, доложить. Есть. А этот где? Кто? Следователь хренов. Увел разжалованного в штаб дивизии. Последний раз тебя выгораживаю. В следующий раз сам под конвоем туда отправишься. Жалко, говоришь? Себя пожалей. А мне чего? Мне уж какая разница.
Стой! Я думаю, налево. Нет, прямо. Правильно думаешь, товарищ лейтенант. Шагом марш. Пошли. Остановка и отдых. 10 минут. Ага. Рядовой. Да. Глаз не спускать с арестованного. Есть глаз не спускать с арестованного. Я отойду. Ага. На минуточку. Будешь? Скажите, а они меня там выслушают? В трибунале они выслушают, как все в бою было? Почему солдат не повел? Да струсил. Я не струсил. У меня взвод из 30 в строю 14. В окопах сидят. Я им скомандую вперед. Мы только голову поднимем, и все. Мы у немцев как на ладони. Они лупят по нам прицельно. Как мы можем высоту взять? 14 бойцов с винтовками. Скажите, как? Как? Никак. Тут нужна или артиллерия, или обманный маневр какой-то. А мне просто приказали вперед. Или им все равно? Ты это все хочешь в трибунал рассказать? Да. Ну, попробуй. Они это примут во внимание? Да они слушать тебя не будут. Рапорт зачитают и к стенке поставят. Как к стенке? Почему к стенке? Это же суд, они должны разобраться. Пусть солдат моих вызовут, они скажут. Да, состариться, парень, не успеешь. А вот повзрослеть уже пора. Не будут они разбираться с тобой. Как это не будут? И расстреливать-то зачем? Пусть лучше в штрафбат меня отправят. Там хоть какой-то прок от меня будет. У тебя кто дома-то остался? Женат? Какой там женат? Целовался один раз. И то в школе на выпускном. Она мне по роже заехала больно. Девчонка боевая. Сестре моей сказала, что ей вроде как нравился. У тебя сестра есть? Да, сестра, мама. Они узнают обо мне? Конечно, узнают. Стыдно-то как.
Я им напишу сейчас. Вы отправьте им, ладно? Ладно. Напиши. Вот. Адрес там есть. Я пока шел, думал. Вы стреляете, если что. Если что? Понимаете? Если я в бою погибну, я хоть одного немца убью или танк вместе с собой подорву. Так что вы действуйте по обстоятельствам. Только письмо отправьте. Бежать собрался? Да. Только вы стреляйте. Если попадете, значит, судьба такая. А если нет, доберусь до передовой, дождусь боя и там погибну. Стрелять и по тебе не буду. Хочешь бежать, беги. Только, ну да ладно, твое дело. Если вы стрелять не будете, то вас тоже под трибунал отдадут. Конечно, отдадут. И меня, и его. Его-то уж точно. Да что ж это такое? Тех не убил. Так вас убью. А ну встать! Быстро! Встать, я сказал! Сейчас же встать, я сказал тебе! Живо! По прибытии в штаб дивизии ты отправишься под арест. Вплоть до особого разбирательства. За грубое нарушение устава. Запрещено вступать в разговоры с арестованным! Запрещено уставом! Я все видел! Виноват, товарищ лейтенант. Что виноват? И о чем бы ты с ним не сговорился, знай, что политрук батальона сообщил в штаб дивизии, что мы вышли ровно 2 часа назад. И если мы там не будем к назначенному сроку, то совершена диверсия вами обоими! И даже если я буду убит, вас будут искать! И найдут! И накажут! Ясно тебя! Он пожилой человек, годится тебе в отцы. Что ты орешь? А ну замолчи! Не то я тебя расстреляю! За что? За неподчинение приказу! Не было никакого приказа. А ну молчи! Понял! Не понял. Товарищ лейтенант, мне приказали доставить арестованного в штаб дивизии в распоряжение трибунала и доставить его живым. И я это сделаю. Предлагаю продолжить движение. Нам надо успеть до темна. Вот так-то оно лучше. Вперед! Шагом марш! Это бывший немецкий госпиталь. Ты куда нас привел? Мы движемся к штабу дивизии, товарищ лейтенант. Через немцев? Где мы? В немецком тылу? Ты же сказал, что знаешь местность. Такое бывает. Вчера был их тыл, сегодня наш. Ты смотри, какие инструменты. Ты что там делаешь? Мародерствуешь? Пока трофейщики сюда доберутся, здесь ничего не останется. А тут ценные вещи, лейтенант. Смотри. Отставить. Отставить, я сказал. Рядовой, вы будете подчиняться приказу? Подожди ты. Если вы сейчас же не подчинитесь приказу, я стреляю. Только попробуй.
А ну, опусти винтовку. Опусти пистолет. А ну, прекратите. Я его сейчас пристрелю к чертям собачьим, мне терять нечего. Это я тебя пристрелю. Ну, давай, попробуй. Опустите оружие оба. Опустите, я сказал. Делать вам нечего. Сопляки, надоели вы мне. Без году недели на фронте постреляют они. Ты стрелял человека когда-нибудь? Не в бою. Быстро отвечай. Нет. А ты? Нет, но я… Два петуха. Спокойно постоять не можете. Надо идти, уже время. Прекратите мародерствовать. Я сказал, прекратите. Так что, лейтенант, тут инструменты медицинские, немецкие. Пригодятся в каком-нибудь нашем госпитале. Или в штаб сдадим, лейтенант. А мы до вечера в штаб успеем? Успеем. Лейтенант, ты два пальца в рот поглубже сунь. Арестованный? А? Арестованный! Где винтовка? А? Да взял он ее с собой. А это что? Это немецкая, не наша. Черт. А ну стоять! А ну стой! Далеко не уйдешь! Стоять, я сказал! Стоять! Стой! Стрелять буду! Сбежал все-таки. Я тебя! Все равно найду! Слышишь? Вернись, пока не поздно! Это приказ! Я все прощу! Ты все равно от меня не уйдешь! Вернись, гад! Он сбежал! Как это могло случиться? Виноват, товарищ лейтенант. Это ты. Это ты его отпустил. Ты специально отдал ему оружие. Это ты его подговорил. Никак нет, товарищ лейтенант. Так, мы сможем его догнать? Да нет, вряд ли. Так, тогда надо скорее двигаться в штаб дивизии. Сообщи, что сбежал преступник. И тебя отправить под арест. За измену родине, за потерю боевого оружия и за сговор с преступником. Ясно тебе? Виноват, товарищ лейтенант. Что виноват? Что виноват? А если меня из-за тебя под трибунал, ты тоже скажешь виноват? Ну, такая уж моя солдатская доля, виноват, и все тут. Тебя тоже расстреляют. Наверняка. А твоих родных всех по лагерям. Да нет мне никого. Я напишу рапорт. Я подробно напишу, как все было. Как вы отдали ему винтовку, тем самым оставили арестованного без конвоя. Я арестовываю вас. Я мог бы, конечно, на месте, но я принимаю решение сохранить вам жизнь. Потому что самосуд… Ну, как знаете. Это не метод. Вы, что происходит? Вы почему молчите? А? Чего вы творите? Ничего. Теперь все в порядке. Что значит теперь все в порядке? А? Так. Пошли, лейтенант. Куда? В штаб дивизии. Я не пойду. Без арестованного не пойду. Ну, как знаешь, тогда я пойду один. Эй! Послушай! Послушайте! Я к вам обращаюсь, товарищ! Подождите!
Не трогай. Тебя не спросил. Так кто ты такой вообще? Партизан я. Пошли. Куда? Ко мне. Ты один партизанишь? Один. Давай пошевеливайся. А почему один партизанишь-то? Где все твои? Стой! Пришли. Залезай. Залезай, говорю. Зачем ты на меня напал? Разве не видно, что я наш? Мне без разницы, чей ты. Сиди и молчи. Жир ты какой поганый. И воняет дрянью, какой вас кормят. А что ты здесь ешь? Пирожные? Мясо ем. Стойте. А вон там, за лесом, могут быть немцы? Конечно, могут. Мы наступаем, а они отступают. Мы отступаем, они наступают. Так и топчемся на одном месте. Может, там лучше до вечера подождать? Можно и подождать, но ты ведь торопишься к своему трибуналу-то. Не надо. Да, тороплюсь и торопился. Я долг выполняю. Хорошо выполняешь. Вел одного к расстрелу, теперь двоих приведешь. Кого двоих? Да. И почему он расстрел? Суд разберется. Да, сам же говорил, за утерю боевого оружия расстрел. Ну да. Разберется твой трибунал. Меня и себя ведешь к расстрелу. С чего вы взяли, что меня расстреляют? Трибунал – это суд. Это вот у вас комбат без суда и следствия всех расстреливает. А там все по справедливости, там можно в свое оправдание выступить. Можно ведь, да? Все равно расстреляют. Не, я в рапорте все напишу подробно, как все было, как вы, это все. Ты же офицер, ты и пиши. Только это не поможет. Может, перекусим? Рядовой, приказываю сделать привал. Развести костер, выполнять. Слушаюсь. Все равно расстреляют. Пойдем, лейтенант. Для костра место подыщем. Пить хочу. Вода в углу. Thank you.
никуда не пущу. Что, я тебя зря кормил? Что значит не пустишь? Мне надо, я пойду. Попробуй. Поставь банку, чтобы подогрелась. Поближе к огню придвинь. Вот так. Так, у меня еще есть хлеб. Так, это папиросы. О, сало кусок. Папиросы-то можно у вас попросить, товарищ лейтенант. Курить. А чего это вы на фронт пошли? Вам же по возрасту не положено. А чего дома сидеть? Я в ополчение пошел. А дети есть? Нет, никого у меня нет. Че, они погибли? Или пропали без вести? А то я могу попросить через управление, чтобы их поискали. О чем ты можешь попросить? Тебе самому жить-то осталось. Так, я не виноват. А разжалованный, которого ты вел, виноват? Да. А то есть, я думаю, они там разберутся. У тебя рапорт лошадки. Ты когда рапорт писал, ты уже и приговор вынес, и меры пресечения назначил лейтенанту. Так это я должен. Это служба. У меня такие обязанности. А откуда вы знаете, что у меня в планшетке рапорт? Я много чего знаю. Устал от тебя, лейтенант. Банка не скворчит. Поставь другой стороной. Что вот, если все-таки трибунал? Маме что, напишу, что я преступник? Конечно, напишут. Обязательно напишут. Я и напишу. Вот это правильно. Дорогая мамочка. Костер затушил. Угу. Пошли.
Ты что, старая? Сыночка, сына, сыночка мой, пришел. А я говорила, бабе Рогозиной, Лешенька придет, вам покажет окаянным. Она змея кивала на нас, стояла на нас, кивала. Командир спросил, она кивать начала. Зараза такая. А я думаю, Лешенька был здесь, ходил, юлил, кланялась. А теперь кивает она. Как же я так? Я-то не ожидала тебя встретить. Петруша, вернулся. Жене мой, а я тебя не дождалась. Замуж вышла. С кем-то путаете. Сердешенька мое, как ушел в гражданскую, так и не было от тебя вестей. Я думала, ты погиб. Горевала, плакала. А потом сосватали меня, я замуж вышла. Сыночек у меня родился хороший. Вот, вот, жду его. Вернуться должен. В лес ушел. Немцы ушли, и он ушел. Муж мой, Григорьев сын, помнишь такой, картавый такой, косолапый, ты еще дразнил его. Пойдем. Он не ревнивый. Пойдем к нам. А то он как раз все в дом не идет. На улице застудится, может, а тебя послушать пойдет. Петруша, родной, пойдем. Матрик, опять без валенок. Ой, замаялась я с ним. И всегда упрямый был. А на старости лет так совсем. Спорит и спорит. Каково без валенок-то? Ну-ка, надевай, ноги застыли совсем. Кто это сделал? Немцы? Немцы не возвращались. Совсем ушли. И сыночек мой с ними, наш советский командир приходил. Хороший такой, молодой, веселый. Спрашивает, кто при фашистах старости был. А это Рогозина баба. Как начала на нас кивать, кивает и кивает. Старик мой испугался, что про сыночка нашего скажет. Да как ляпнет. Вот смех-то. Да кто же его поверит старому дураку, таракану совечному? Вот все ушли, а он никак домой не идет. Ну что ты будешь с ним делать? Ты скажи ему, Петруша. Я не Петруша. А он тебя послушает. Он тебя в детстве побаивался. Петруша, сюда. Прямо с печки. Давно наш офицер тут был? Айдавича. А Рогозина баба кивала. Лопата есть? Есть. А зачем тебе? Нужна лопата. Как скажешь, принесу. Стой!
чего? Следы. Ну и что? А если это он? А ну за мной. Да, это он. Это он. Вот теперь сразу стреляю. Больше ты никуда не сбежишь. Конвой, не конвой, мне теперь без разницы. За попытку к бегству расстрел на месте. Без суда и следствия. На месте, ясно тебе? Петрушу! Петрушу моего! А ну иди отсюда! А ну стоять и не двигаться! Понятно! Это жених мой вернулся! Товарищ младший лейтенант, не берите грех на душу, не стреляйте в женщин. Кто на тебе? А? Никто на мне. А почему она называет тебя женихом? Не тронь, не тронь Петрушу моего, не тронь. Поможете? Давай. Кто его повесил? Наши или немцы? Наши. Сын его старосты был у фашистов. А жена с ума сошла. Я повторяю. Кто она тебе? А? И как земля таких идиотов носит? Всех носит. Держи тело. Вот так. Я пойду. Не нагулялся еще. Вы меня простите, если можете. Да я-то могу. Что ж ты в армию пошел, если подчиняться не хочешь? Я родине пошел служить, а подчиняться некому тут подчиняться. Моя жизнь, сам я ей распоряжусь. Прощай, сволочь. А ну стой. Стой, я сказал. Ты думаешь, я шучу? Ты думаешь, что? Тебе все можно, да? Вы оба можете ни во что власть не ставить, да? А ну стоять! А ну стоять, я сказал! Ах ты, что ж ты наделал? Я не хотел. Целился. Стрелял. Добей, сволочь! Фашист! Успокойся ты. Может, я помогу? Помог уже. Терпи, терпи. Давай.
Я вам сотый раз говорю. Не надо за нами идти. Я сыночка ищу. Возвращайтесь домой. В лес ушел. Ты его не видал? Нет. Вот заладила. Доставьте ее, товарищ лейтенант. Пойдемте. Тут дрезина. Надо поднять ее. Давай. Давай ко мне сюда. Идемте. Нервируй, мать. Она не работает. Оставь. Дурак я. Как девчонка нюни не распустил. Ее было жалко. А мог бы уже на передовой быть. Мог бы, мог бы. Что-то заладил. Мог бы. Есть вещи, которые намного сильнее нас с тобой, парень. Вы о смерти? Я тоже об этом думал. Да нет, я не о смерти. Я говорю о жизни. Иногда она... Иногда что? Иногда она труднее смерти. Отец у меня всегда повторял что-то вроде... Помереть нетрудно в этой жизни. Сделать жизнь что-то сложнее или трудней. Не помню. Вы знаете такие стихи? Знаю, знаю. Отец-то живой у тебя? Помер еще до войны, в сугробе замерз. Выпивал? Бывало. Ты не стой, не стой на горе крутой. Ой, да не спущай листа в осеннем море. Да не спущай листа в осеннем море. Ой, да в осеннем море. Ой, да корабель плывет. Ой, да в осеннем море корабель плывет. Ой, да корабель плывет. Лишь волна пришли.
Наконец-то. Давай, иди, докладывай. Сам знаю. А почему часовых нету? Твою мать! Что-то тихо здесь. Страшно тебе? Страшно. Вот тут бояться нечего. Так что не дрейфь, лежи спокойно. Смерть – большое облегчение. Что? Да ничего. Там никого нет. Позавчера еще тут стояли. Что же делать-то? Где штаб-то? Где ж теперь этот штаб? А может, нам обратно пойти? С ним или без него? Сидите здесь. Так что, трибунала нет? Нет. Утром было 11, а сейчас 7 осталось. Вас же должны были эвакуировать. Должны? Да кому теперь что должны? Собрались и все. Только спирт оставили. А что мне спирт? Я их спиртом вылечу, что ли? Ты успокойся, милая. Успокойся. Ты толком объясни, что случилось-то. Да фронт двинулся. Штаб перебросили вперед. Нам медруте велели занять их блиндажи и ждать подхода тыловых частей и госпиталя. Вторые сутки ждем. Ты-то кто, доктор или сестра? Я раньше хирургом была. А теперь эти сволочи спирт только оставить. Не мрут, 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 понимаешь? Каждый день мрут. Ты не плачь. Кто из них живой-то? Покажи. Этот. Этот все. Этот живой. Этот тоже все. А это? Этот живой. И этот еще жив. Помоги мне. Что ты хочешь сделать? Надо вынести живых на свежий воздух. Здесь дышать-то им нечем. Нельзя вместе с трупами. Ага. Давай, вот. Вот, молодец. Давай руку. Вот так. Пойдем. Давай сюда. Как осторожно. Вот, вот, хорошо. Пойдем, пойдем, милый.
отсюда. Вот. Ближе к костру. Сюда, сюда. А сюда руку положи. Ну, давай, давай, давай. Ага. Вот. Так. Да. А этот? Вроде не наш. Это наш. Пулевое ранение сквозное. Где это тебя так? Шальная пуля. Доктор, есть что-нибудь от боли? Спирт будешь? Кружку дай. Да. Ну-ка, давай сразу залпом, чтобы горло не сжечь. Ну, молодец. Тихо, тихо, тихо. Вот так хорошо. Ну, сейчас станет легче. Потерпи. Вот так. А этого ты не видел? Куда он делся-то? Нет. Милая, ты не знаешь, где можно сани с лошадью найти? Раненых надо вывести. Сани с лошадью? Да мы и сами впряжемся. Было бы во что. Так это в соседнее село надо. Там были сани и лошадь, ну, ту съели. Далеко это? Как шли-то далеко. А по бережку-то близко. Только я сама не приволоку. Скажи Петруше, пусть со мной пойдет. Петруша-то болен. Ты уж подожди, милая, подожди. Мы сейчас что-нибудь придумаем. Товарищ лейтенант, там раненые в подвале. Надо их вывести. Сани нужны. Помогите. Где штаб-то искать? Не знаю. Его перебросили еще вчера утром. Куда? Куда? Поближе к передовой. А почему они о нас не подумали? И что, нас не будут искать? Нет, не будут. Ни вас, ни меня? Ни вас, ни меня. Ты специально нас длинным путем повел. Товарищ лейтенант, это фронт. Штаб перебрасывает постоянно с места на место. Как все по-дурацки получается. Вот. А как же трибунал? Ну, потом уж трибунал. Куда же мы на войне без трибунала-то? Пойдемте, а, товарищ лейтенант. Там раненым надо помочь. Пойдемте. Вот сюда. Подсобите, товарищ лейтенант. Держу. Вот сюда. Вот сюда кладем. Как его фамилия-то? Да откуда я знаю? Иванов моя фамилия. Товарищ комбриг. Обознался ты, Иванов. Нет, Владимир Михайлович, я вас не только в лицо, но и со спины узнаю. Бредит. Да нет, у него голова чистая. В бреду так не разговаривают. Здравия желаю, товарищ комбриг. Помолчал бы ты лучше, Иванов. Милая, Петруша не может. С тобой вон лейтенант пойдет. Пойдем. Пойдем, милая, пойдем. Вот так. Пойдем. Так пойдем, что ли? Погодите. А что раненый говорил про то, что вы комбриг? Бредит он. Перепутал меня с кем-то. Да нет. Мне имя послышалось. Владимир Михайлович. Обознался он. Что же вы, Владимир Михайлович, по чужим документам живете? А ну, повернулся и пошел. Быстро!
Тут люди от ран умирают, а он допросы устраивает. Рыгом! Шагом! Марш! Выполнять задание! У тебя 2 часа, чтоб туда и обратно! Быстро! Сопляк. Пойдемте, доктор. Там еще живые остались. Пойдемте. Пойдемте, товарищ комбриг. Ты его знаешь? А то я с ним вместе воевать начинал в 41-м. Золотой мужик спас нашу бригаду, из окружения вывел. Мы ему ноги целовать готовы были, а командование раз. Отступили, значит, предатели. Нас расформировали, кого куда, а его под трибунал. Как он выжил-то? Он ведь с вами ушел. Сыночка моего не видали? Алешенька зовут. Он с вами ушел. Давай. Давайте, вот туда. Вот. Вот так. Ну, лежи, милый, лежи. Ну что, терпишь? Терплю. Потерпи маленечко. Может, твой командир и вытащит нас из этой переделки. Не командир он. Рядовой. Ну, а я думаю, что командир. Там немцы! Человек 15! Сюда идут! Вот судьба. Не понос так золотуха. Уходить надо! Ну, скорее! Мы-то уйдем, а они как? Что они? Перестреляй всех. Ты же умеешь. Техника у них есть? Нет, только солдаты. Как они идут? Строем? Цепочкой? Гуськом. Медленно. Оглядываются. И говорят тихо. Давай карту. Может, они мимо пройдут, не заметят? Да нет, вряд ли. Скорее всего, к своим пробираются. Так, вот здесь река. По-другому не пройти, только через нас. Угу. Так, сколько у нас живых бойцов? 7. Так. Кто может держать оружие? Я могу. Если на живот перевернете, я готов.
Хорошо, Иванов. Я тоже, товарищ комбриг. И я. Доктор. Ты вот что, самое главное сидеть тихо, чтобы самой выжить и раненых сохранить. Так что, когда начнется, сиди тихо, поняла? Стреляй только в крайнем случае, когда другого выхода не будет. Но если что, двигайся вон в том направлении, вдоль реки. Ясно? Хорошо. Есть, товарищ комбриг. Спасибо. Да пока не за что. Тебя как зовут-то? Военврач третьего ранга. Да я про имя. Софья. Софья Борисовна. Ты вот что, Софья Борисовна, ты последний патрон-то не трать. Ладно? Понял? Понял, товарищ комбриг. Держись, браток, держись. Есть, держаться. Скоро появится. Пятнадцать, говоришь? Ага. Не стреляй, пока все не выйдут, хорошо? Понял. А как ваша фамилия, товарищ комбриг? А тебе зачем? Ну, если вдруг выживем, я бы... Под трибунал меня отдашь? Да что вы, наоборот. Ты сначала выживи, сопля, а потом рассуждать будешь. Глаза не закрывай, когда стрелять начнешь. Ну как, рана твоя, терпишь? Терплю. Спасибо, товарищ комбриг. Ну хватит. Ты раньше как ко мне обращался? Никак не обращался. Вот так и надо, так и продолжай. А это правда? Что? Что вы комбриг. Тогда правда была, сейчас нет. Вы тоже сбежали? Да нет, я бы не посмел. 41-й год. Все еще дурные были. Воевать никто не умел. Никто ничего толком про войну не знает. Все такие же, как ты, сейчас очумелы. Так вас помиловали? Какое там? Меня к стенке поставили. Ну? А тут артналет, паника, кто куда. Тут уж не до расстрела. Кругом огонь, дым, меня ранило. Бегу сам не знаю куда, кинулся в одну сторону, в другую. Погонов нет, документов нет. Вот такой, как ты сейчас. Своих стал бояться больше, чем немцев. Погибнуть хотел в бою скорее. И все. А где тыл? Где передовая? Как разберешь? Трупов много наших было. Я подобрал чьи-то документы. Иду. От раны сознание потерял. Очнулся на подводе. Привезли меня в госпиталь прифронтовой под чужим именем, по тем документам. А я подумал, как бы ни назвали, только бы на фронт отправили. Рядовые на войне недолго живут. Ну вот, а получается, у кого как. Кто не живет, а кто никак, умереть не может. То есть? Да какой из меня боец, слепой я. Почти от сынки. Старый. Вот. А пули все меня облетают. 2 года уже. Вот я и подумал. Доведу тебя до трибунала.
если тебе штрафбат дадут, повоюешь еще, глядишь и выживешь. А если к расстрелу приговорят, думаю, встану с тобой рядом. Какая им разница, сколько дураков на тот свет отправлять? А тут видишь, какая штука с трибуналом-то вышла. Снова он от меня убежал. Ну вот. А. Они? Они. Hier ist eine Kirche. Es scheint aber still zu sein. Спокойно, спокойно. Не стреляй. Hinterhalt! Alles in Deckung! Einsatzdecken! Прости ты меня, сынок. Не уберег я вас. Смирнов Владимир Николаевич. Смирнов Владимир Иванович.
Это родственники? Нет, однофамильцы.